Это все Джеко район. Подложение следует. Это уже конец этого района, да, как бы. Торговые центры мы все с вами уже прошли. Вот. То есть. Вот и автобус еще какой-то едет. Какая прелесть. Так всегда. Как тебе не нужен автобус, он всегда куда-то едет. Как только тебе нужен автобус, все, его не дождешься. Куэпас. Понятно. Ой. Если был бы еще план бы. Видите, остановка, да? Нету ничего. Когда будет следующий автобус? Непонятно. Я так понимаю, я не понял, это что, манго? Там еще какие-то плоды есть, гляньте. Так на манго не похоже, или... не пойму. Ну ладно. Вот те, кто были со мной в прошлый раз на Коста-Рике, я думаю, что кто-то из вас догадывается, что я сейчас иду в то место, где я останавливался. Помните, где я был первый раз? Отеле. Вот. Здесь есть рядом банковский центр, где люди оплачивают какие-то кредиты. Вот. Боже, как же жарко, а? Ужас. За 2 года могло что-то измениться здесь, конечно. Это факт. Я в прошлый раз здесь пытался пойти в банк поменять валюту. У меня ничего не получилось. Такая вот печальная история.
медицинский центр. В такой жаре просто ничего не поет, ничего не радуется. Там он еще одна автобусная остановка. Здесь, походу, их несколько. И непонятно, какой автобус где останавливается. Тоже чудненько так. Ой, какое пекло. Помню это место. Боже, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Потому что я вижу новое на горизонте с костариканским флагом. Не пойму, это что такое вообще? Что, новый какой-то ресторан или какой-то магазин? Ничего не понял я. Вот здесь, на этой остановке, я сидел в прошлый раз, в 2018 году, как лох. Полтора часа, самый праздничный, думал, сейчас приедет автобус, и я поеду. Да. Никто не приехал, и я никуда не поехал. Ну, вот так вот. А сейчас, вот видите, автобус тебе не нужен, он стоит. Какая прелесть. Да, такое тоже бывает. Хотя автобусы тоже бывают разные. Вот тоже остановка без расписания. Кто сейчас постоит? Да, просто и поедет. А здесь какой-то видите, работа из древесины, гляньте. Раньше этого не было, видите. Сейчас, видимо, за эти два года какой-то новый такой магазинчик такой, знаете, типа Jeepers Creepers, гляньте там наверху, да? Видите, да? Угу. Типа того. Походу, здесь что-то делают из дерева. Вот такие вот, видите, фигуры здесь. Видно, парень, наверное, тоже сам делает. Не знаю, это, конечно, тоже непросто, наверное, такие скульптуры сделать. Вот. Оригинально, правда, друзья? Это новое. Раньше я его здесь не видел, этот... это вот место, видите, ну
Возможно, кто-то и покупает, не знаю. Возможно. Я подхожу к тому месту, где я в 2018 году останавливался. Вот, те, кто хорошо меня знает и помнят по тем старым эфирам, вот, на других приложениях, все сразу поймут и вспомнят. Ну и запах здесь, мама дорогая. Ой. Ну, правильно, такое сухое время, конечно, здесь это жесть. Даже попугаев не слышно. Видите, одно дерево цветет. Даже попугаев не слышно. Это новое, я ничего не понимаю. Что-то я не помню это место. Может, мне приснилось. Обратно, наверное, пойду по пляжу. Там не так жарко. Нужно с ума сойти от такой жары. Как-то у меня еще телефон не отключился от жары, я не знаю. Здесь обычно иногда прилетают попугаи, да? Но что-то их сейчас даже и не слышно. Хотя кое-какие звуки слышны. Вот эта дорога, которая вела к тому месту, где я раньше отдыхал. О, тоже был интересный отельчик такой.
Там с высотного балкона, вы помните, да? Кто помнит? Я показывал вам океан. О, гляньте, гляньте, какой красавец. Какой здоровый, гляньте. Чего ты боишься? Бежал.